Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне STK Live 9 можно добавить или же удалить Google аккаунт. Разблокируем наш телефон. Так, не собирался нажимать. Заходим в настройки. После чего опускаемся с вами вниз. Нажимаем аккаунты. Так, нажимаем добавить аккаунт. Google. Вводим наш пароль. После чего вводим здесь наш адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». Вводим пароль. Опускаемся вниз, нажимаем «Принимаю». После чего мы можем заметить, что добавили наш Google аккаунт, а чтобы удалить, нажимаем на Google аккаунт, нажимаем «Удалить аккаунт» и подтверждаем. Вот и все, аккаунт был удален. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!